Андрей. Сегодня я вам представлю Discovery V5. Телефон, который достаточно бюджетный, но при этом достаточно полезный для любого, кто любит ездить куда-нибудь на охоту, на рыбалку или просто ведет активный образ жизни. То есть телефон, который при наличии системы Android, вы можете пользоваться всеми преимуществами смартфона, но при этом вы можете не беспокоиться, что он упадет с небольшого расстояния или немного намочится, то как бы он будет в порядке. Discovery V5 достаточно бюджетный вариант по сравнению с многими другими моделями, которые на рынке такого плана. Здесь имеется русский язык и система Android 2.0. То есть вы можете установить сюда, как вы видите, многие приложения стандартные, как для Facebook, YouTube или Viber, WhatsApp, Skype и так далее с Android Market. То есть в упаковке что вы имеете? Вы имеете две батарейки для этого телефона на случай, если вдруг одна какое-то время перестанет работать. Имеются наушники, USB кейбл, то есть провод, чтобы вы могли заряжать и подключать к компьютеру. Зарядка для России, со входом USB. Ключ, чтобы можно было закрыть крышку корпуса. Крышка корпуса закрывается следующим образом. Вставляется в пазы вначале с этой стороны. Накладываете здесь и потом шурупом затягиваете с помощью ключа, который у вас в комплекте. Достаточно прочно и надежно. И телефон имеет различные функции, которые мы можем вам объяснить в листинге этого товара. Вы можете посмотреть снизу. Есть все характеристики товара. То есть мы отправляем